Команды спасателей в Гватемале продолжают доставать из-под завалов разрушенных зданий тела погибших. 7 ноября на страну обрушилось мощное землетрясение силой 7,4 балла. Больше всего пострадал департамент Сан-Маркос. На данный момент число жертв стихии составляет 48 человек. К сожалению, было разрушено несколько домов, в которых были люди. Люди погибли, среди них были и дети. Для Гватемалы это стихийное бедствие стало самым сильным с 1976 года, когда на страну обрушилось землетрясение магнитудой 7,5. Тогда погибло более 20 тысяч человек. Да, мы очень напуганы. Под этими завалами все погибли, 3 человека. Но не только здесь, во многих районах. Это было тяжело и страшно. Все бежали, кто-то кричал. Слава Богу, мы спаслись. И хотя многие пострадали, но мы вместе. И мы вместе с этим справимся. В пострадавшие районы были направлены тысячи солдат, полицейских и врачей. Спасательные работы осложняют оползни, которые произошли в горах в результате землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у побережья Гватемалы на глубине 42 километров. Отголоски подземных толчков также были слышны в Эль-Сальвадоре и даже Мексике.